Приветствую вас на своем канале. Сегодня готовлю очень нежный десерт эскимо. Желтки отделяем от белков. Они нам пригодятся для крема. Белки взбиваем миксером до увеличения в объеме. Постепенно добавляем часть сахара. Продолжаем взбивать до его растворения. В миску кладем сливочное масло. Добавляем вторую часть сахара и взбиваем миксером. Добавляем ванилин или ванильный сахар, сметану и продолжаем взбивать. Соду гасим уксусом и добавляем в массу. Далее добавляем какао и муку. Все это перемешиваем венчиком. Соединяем наши массы. Соединяем все это очень аккуратно, чтобы белки не осели. Вот такое тесто получилось. Противень стелим пергаментной бумагой, выкладываем тесто и равняем. Выпекаю в разогретой до 180 градусов духовке до готовности. Готовность проверяем зубочисткой. Убираем пергаментную бумагу и даем остыть. Готовим заварной крем. В кастрюлю наливаем молоко и ставим на огонь. Доводим до кипения. К желткам добавляю ванильный сахар или ванилин, сахар и перемешиваю. Добавляю муку, продолжаю перемешивать. Наливаю молоко, перемешиваю. Полученную массу наливаю обратно в кастрюлю. Варю до загустения, при этом постоянно перемешиваю. Убираю с огня, накрываю пищевой пленкой и даю остыть. Мягкое сливочное масло взбиваю миксером.
Не прекращая взбивать, добавляю нашу заварную массу. Наш крем готов. Бисквит кладу в форму, выкладываю крем и равняю. Отправляем в холодильник на 5 часов. Шоколад заливаем горячими сливками. Перемешиваем до растворения. Добавляем сливочное масло. Продолжаем перемешивать. Достаем десерт из холодильника, заливаем шоколадом и равняем. Отправляем обратно в холодильник еще на 1 час. Наш десерт готов. Убираем в форму, нарезаем на кусочки и подаем к столу. Спасибо, что досмотрели это видео. Желаю всем приятного аппетита!